Медали вручили в преддверии 11 апреля. Этот день во всем мире объявлен Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Очевидцы тех страшных событий сегодня получили юбилейные медали – 70 лет Великой Победы. До 9 мая такие памятные знаки вручат всем сочинским ветеранам, участникам войны, труженикам тыла, всем тем, кого Великая Отечественная не обошла стороной. Мы организовали на территории Центрального района очень много мероприятий, и в ежедневном режиме мы вручаем и поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. И сегодня на мероприятии мы награждали наших ветеранов, и основную часть награждали как раз узников фашистских концлагерей. Мероприятие назвали «Неугасима память поколений». Для ветеранов подготовили небольшой спектакль, рассказ об узниках концлагерей. Творческие номера представили коллективы Дома культуры Центрального района. Также на сцене выступил народный хор ветеранов имени Аркадия Лаптева.